что-то крутится заперто. Николай Васильевич, здравия желаю. С наступающим вас праздником. От нашего губернатора Виктора Андреевича Шушунова. Тоже, значит, сердечно поздравляю вас с великим праздником Победы. Со словами особой благодарности обращаются к вам, прошедшим нелегкими дорогами военного лихолетия и принесшим долгожданную победу в родной дом. Настоящее вырастает из прошлого. Именно поколение победителей до сих пор дает нам урок патриотизма и любви к родине. На примеры вашей стойкости, терпения и отваги выросли ваши дети и внуки. Мы понимаем, что сделали для вас не все, и простите нас за это. Но мы видим наш гражданский и сыновий долг в том, чтобы наши ветераны жили достойно, и работаем над этим. Живите долго, здоровья вам и благополучия. С уважением, губернатор Шушунов. Спасибо. Это еще не все. Это еще не все. Но от президента, наверное, получили. Ну и все-таки вот там уж, я понимаю, конечно, что Дню Победы будет у нас митинг, посвященный у нашего памятника обелиска памяти павшим. Ну, вам приглашением пусть придут ваши близкие. Ну, всем вам доброго и спасибо. Вы очень хорошо выглядите. Вот. Всего вам самого наилучшего. Ну и День Победы, наверное, еще увидимся. Уважаемый Александр Александрович, сердечно поздравляю вас с великим праздником Победы. Со словами особой благодарности обращаюсь к вам, прошедшим нелегкими дорогами военного лихолетия и принесшим долгожданную победу в родной дом. Я принадлежу к послевоенному поколению, но я сын солдата и знаю, мы обязаны вам всем и нашим рождением, и нашей судьбой, и независимостью нашей Родины. Это пишет Виктор Андреевич Шушунов. Сейчас идет акция вот «Гвардейские ленточки». Они, значит, это самое, ну, везде раздают. Сейчас еще один значок вот такой, тоже, чтобы это ушной, мы его пониже, может быть, немножко сделаем. Вот сюда повещу. И вот здесь. В эти дни мы отмечаем 62-ю годовщину Дня Победы. Это праздник, в котором воедино слились и радость, и боль нашего народа. Вечна память бойцам, не вернувшимся с поля брани. Низкий поклон вам, тем, кто выжил, кто вынес тяготы послевоенных лет. Низкий поклон тем, кто работал в тылу, приближая этот светлый день. С Днем Великой Победы. Секретарь Политсовета «Единая Россия» Журавлев. Это с Костромского. Ну, вот такой вам, значит, подарок. Теперь куда пойдем? А пойдем к Николаю Афанасьевичу. Митинг будет в 11 часов, концерт, стол после. Посидите, это самое, Александр Александрович, придите вот на, как говорится, на стол-то хоть, и все равно на митинге, потом концерт будет. Ну, не знаю. Ну, постарайтесь. Как здоровье будет. Постарайтесь, мы желаем, чтобы у вас здоровье было. Можно к вам? Мы заходим поздравить вас с наступающим праздником. Это вот сейчас идет, ну как сказать, георгиевская ленточка. Николай Афанасьевич, ну разрешите, в общем-то, вас поздравить с наступающим праздником. И вот вас поздравляю также, кроме администрации. Уважаемый Николай Афанасьевич, районный совет ветеранов войны и труда поздравляет вас с великим праздником нашего народа, Днем Победы. Спасибо. Вот. Желаю вам здоровья, счастья, внимания родных и близких. Совет ветеранов войны. Внимание, это и близкие хорошо относятся, и родные. Ну и очень, вот, да. Губернатор области Виктор Андреевич тоже Николай. Уважаемый Николай Афанасьевич, сердечно поздравляю вас с великим праздником Победы. Со словами особой благодарности обращаюсь к вам, прошедшим нелегкими дорогами военного лихолетия и принесшим долгожданную победу в родной дом. И, значит, это от правящей партии. Я поздравляю вас. Еще раз подержимся. Вот. Уважаемый ветеран, в эти дни мы все отмечаем 62-ю годовщину Дня Победы. Это праздник, которым воедино слились и радость, и боль нашего народа. Вечная память бойцам, не вернувшимся с поля брани, и низкий поклон вам, тем, кто выжил, кто вынес тяготы послевоенных лет. Низкий поклон тем, кто работал в тылу, приближая этот светлый день. Днем Великой Победы. Секретарь Политсовета Костромского регионального отделения Российской политической партии «Единая Россия» Журавлев.
спасли. Вот так. Николай Иванович, это от Единой России, это значит от всех остальных. Ага. Ладно, доброго, дядя Клав, доброго вам здоровья. Спасибо. Ну, я думаю, что завтра еще увидимся. Завтра приходите. Ладно, ну а как же, если пообещали налить, как не прийти? Обязательно надо. Ладно, всего доброго. Ну ладно, завтра будет митинг. Ну, митинг будет, потом концерт, кино. Ну, ветераны соберутся, труженики тыла, за столом соберемся, чайку попьем. Ну, а вы попьете и выпьете тогда, ушедшие дома. Да, выпьем. Ну, будете наливать меня, не забудьте. Да, да. Если даже вдруг не приду, то вспомните хотя бы, что виной это должен быть. Да. Ладно, всего доброго. Спасибо. Вам спасибо огромное, все-таки вы молодцы, держитесь, крепитесь, вы... Как говорится, наша гордость и достояние. Молодец, что он это... Молодец.